Всем привет! Вы на канале Максима Тимохина. Сегодня мне принесли телефон Honor 10i. Это модель HRY LX1T на 10-м андроиде и MHEI версии 10.00.186, регион C10. Как проверить точную версию MHEI, можете найти по ссылке в описании. Сейчас я вам продемонстрирую, что телефон действительно заблокирован. Подключаемся к Wi-Fi. Нажимаем далее. У нас требуется ввести пин-код, но можем нажать «Использовать аккаунт Google». Пин-код, допустим, не помним, так же, как и Google аккаунт. Бывает такое, дети случайно поставили пин-код, пароль, не сделали сброс, и происходит блокировка. Кнопки «Пропустить» у нас нет, требуется подтверждение аккаунта. Для обхода выключаем телефон. Зажимаем кнопку громкости вверх и, не отпуская ее, зажимаем кнопку включения и удерживаем их вместе. Как только надпись Honor появится, отпускаем кнопку включения, а кнопку громкости вверх держим дальше. Вибрация. На вибрацию не обращаем внимания, главное, когда загорится экран. Отпускаем включение, громкость вверх продолжаем держать. Тем самым попадем в меню Recovery. На 10-м андроиде это происходит уже без подключенного кабеля, то есть в E-Recovery, если попасть, то у нас общее меню и общий способ зайти в него. Здесь нажимаем Clear Data, Factory Reset, пишем слово Yes, Factory Reset. Перед всеми манипуляциями желательно зарядить телефон хотя бы процентов на 20, должно хватить. Теперь сброс завершен, нажимаем Back, Update Mode, E-Recovery Mode и Emergency Backup. Нажимаем Continue. Один раз нажимаем и ждем. Он какое-то время думает и перезагружается. Значок андроида, робота, головая точнее, означает, что у нас 10-й андроид. То есть при включении телефона можно сразу определить, что это 10-й андроид. Попадаем в экстренное резервное копирование. Нажимаем здесь резервное копирование. И вот здесь вот в конце текста, попробую сфокусировать, есть маленькая надпись здесь, синими буквами. Вот по ней нажимаем. Снимаем галочку «Отправлять статистику» и «Продолжить». Выбираем Google. Окей. Здесь. Сейчас еще раз сфокусируюсь. Спасибо, не надо. И попадаем в Chrome. Соответственно, Wi-Fi у нас здесь нету, подключиться мы здесь не можем. Соответственно, нам придется сделать некоторые манипуляции. Нажимаем три точки справа, настройки, листаем в самый низ, настройки сайтов. Здесь выбираем геоданные,
нижний пункт определения местоположения. Выбираем опять геоданные. Здесь выбираем Google. Все разрешения приложения Google по значку разноцветному. Нажимаем и переходим в уведомления. Здесь другие настройки. Теперь нажимаем значок лупы. Пишем здесь абсолютно любую букву. Ну и о приложении, допустим. Так, нет, вру. Общие настройки. И здесь выбираем управление запросами. Нажимаем по значку лупы. Пишем здесь, ну, что угодно набираем. И поиск на клавиатуре. Выбрать сеть Wi-Fi. И подключаемся к нашей Wi-Fi сети. Нажимаем подключить. И теперь сверху слева стрелка назад. У нас заработал интернет в строке поиска. Стираем то, что мы написали, и пишем здесь, смахиваем вправо по пробелу, переключаемся на английский и пишем здесь Quick Shortcut Maker. Quick, пишем SH, и у нас выходит подсказка. Давайте выберем Quick Shortcut Maker и с трэшбокса скачиваем. Здесь нажимаем чуть ниже листаем, здесь блокировать, нажимаем синюю кнопку скачать на трэшбоксе. Нажимаем синюю кнопку скачать, окей. И реклама всплывает, если закрываем, и опять нажимаем ОК. Здесь нажимаем три точки справа, открыть From. Снова три точки справа, скачанные файлы, и нажимаем по скачанному файлу. Переходим в настройки, разрешить установку, назад и установить. Открыть. Нажимаем ОК и листаем. Здесь у нас идет сначала английский алфавит по порядку, потом русский. Листаем ниже, ищем слово настройки. Нашли настройки и выбираем третью шестеренку справа. Третью шестеренку сверху. Нажимаем просмотреть. Чуть ниже листаем биометрические данные и пароли. Пароль экрана блокировки. Вводим, допустим, 6 нолей и подтверждаем. Нажимаем отмена, назад, листаем в самый низ, аккаунты, добавление аккаунта, Google, вводим сюда пин-код 6-0, который только что придумали, и далее. И сюда уже вводим любой существующий Google аккаунт, от которого знаем пароль. Gmail вводить не обязательно, нажимаем далее. И теперь вводим пароль от аккаунта. Нажимаем далее. Так, ввел неправильный пароль. Верно. Здесь листаем вниз и нажимаем пропустить. Здесь принимаем. Листаем вниз, принять. Аккаунт добавлен, нажимаем назад. Система обновления. Сброс. Сброс всех настроек, самый верхний пункт.
Внизу синяя надпись «Сброс всех настроек». Вводим снова наш пин-код 60. И еще раз нажимаем красную кнопку «Сброс всех настроек». Сейчас телефон нас выкинет в начало резервного копирования. И нажимаем здесь третий пункт «Перезагрузка». Продолжить. Все, телефон сейчас у нас перезагрузится уже без подтверждения Google аккаунта. Бывает такое, что чаще всего аккаунт сбрасывается после того, как мы сейчас сделали сброс. А бывает, что проходишь первоначальные настройки, и в меню настроек у нас остается аккаунт. Если это ваш телефон, то можете его оставить. Если нет, то не забудьте удалить аккаунт. Придется подождать несколько минут, пока телефон загрузится. Если у вас, в принципе, метод универсальный относительно, если у вас не получается данным способом обойти аккаунт, то можете обращаться ко мне в WhatsApp, Viber или в Telegram. Номер будет в описании. Помогу, но, естественно, не бесплатно, так как это моя работа и трата личного времени. Также можно разблокировать любой Honor Huawei с помощью кода разблокировки. Код также является платным, поэтому видео будет в описании, ссылка на видео. Как пользоваться кодом разблокировки, что для этого нужно, все найдете по ссылке в описании. Коды заводские, и у кого-то бывают вопросы, что вдруг не сработает, вдруг не получится, а вы уверены, что... Почему вы так уверены, что все получится? Типа. Ну, именно про коды. Да и вообще, когда по WhatsApp помогаю, по видеосвязи. Уверен, так как я занимаюсь этим каждый день. И по 5-6 аппаратов в день разблокирую. Не только Honor, Huawei, но и Samsung, и Xiaomi, и Meizu. Телефон у нас загрузился практически. Также есть возможность разблокировать Mi аккаунт. Ссылка на это видео тоже будет в описании. Можете обращаться, заказывать. Нажимаем «Начать». Далее я принимаю. Далее «Пропустить». Настроить как новое устройство. Можно нажать «Пропустить», так как аккаунт у нас уже... Мы обошли. Нажимаем принять. Далее пропустить. Нет. Позже обновить вручную. Все, телефон у нас сейчас загрузится на рабочий стол. Аккаунт успешно отвязан. Давайте зайдем еще в настройки. Пролистаем вниз. Аккаунты. Ну, аккаунта у нас нету. Мы его сбросили. Можно добавлять, пользоваться как новым телефоном. Давайте зайдем о телефоне. Модель Honor 10i HRY LX1T. Номер сборки 10.00.186. Регион C10. 10 Android. И патч безопасности 1 мая 2020 года. Если данный метод вам помог, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал.
пишите комментарии и делитесь ссылкой в различных других соцсетях. Если метод не помог, то можете обратиться ко мне в WhatsApp, я обязательно помогу. Всем спасибо и пока.